Вижу, что осуждаете. Доброе утро, друзья. Всем Затем я хорошего настроения. Всех с первым днем лета. Не в дух попросил. С днем защиты детей. Из больницы я вчера уехала. Кардиологии мест не было, а терапия у нас есть своя. Просидела там полдня, проездил 2000 денег на такси туда-обратно. В результате сейчас пойду к своим малышам на огород. Ну, эта охотница опять на что-то охотится. Персик он припрятался в коробочку. Любимое место в огороде у него где-нибудь, где рядом есть растюхи. Вот она. Вот она, вы посмотрите на эту. Посмотрите на эту кошку. Ну, с навески она пока не лазит, но вот сетка ей покоя не дает. Да, Маечка? Да? Красотка! И вот так целый день. То туда, то сюда. В комнате в свою эту когтеточку с домиком. Ночью собаку засунула в будку. Ну, погода у нас сегодня вроде бы как и ничего. Правда, ветер. Ну, а на завтра обещают 13 градусов. Там у нас все открыто, все помидоры на улице. Ну, теплицу я вообще не закрываю. Есть только одну сторону, вторая всегда открыта. А вообще я ее не закрываю, ну, во избежание всяких разных болезней, чтобы она все время проветривалась. Все, всем спасибо за внимание, всем еще, всех еще раз с праздниками. Пошла, пошла, пошла. Пошла. Заводи, поехали. Да что ж ты ему в рот, горло-то и перегрызешь, ему уже больно, видишь, он кричит. То персик донимал всех котов, теперь это донимает персика. Ну, Кузя она не подходит, Кузю она боится. Все, еще раз всем хорошего настроения. Всем хорошей погоды. Главное, чтобы был мир.